Добрый день! С вами педагог коллектива «Ритмы танца» школы 1420 Субботин Сергей Алексеевич. Перед началом занятия обратите внимание на технику безопасности. Наденьте удобную одежду, и мы можем начинать. На прошлом занятии мы с вами рассмотрели такой прыжок, как разножка. При просмотре видео мы с вами увидели, что при исполнении этого элемента нам с вами нужен хороший и сильный прыжок. Но вторым и очень важным обстоятельством при исполнении разножки является растяжка. Согласитесь, что с твердыми и неэластичными мышцами сделать этот элемент фактически невозможно. Растягивая мышцы, мы делаем их мягкими, что позволяет нам избежать таких травм, как растяжение мышц во время танца. Занимаясь растяжкой, вы тренируете не только свое тело, но и выносливость, подвижность всех связок и суставов, и чувствуете легкость и способность сделать любой, даже самый сложный элемент. Хорошо разогретые и растянутые мышцы позволяют делать самые сложные элементы. И учиться танцевать становится намного легче. Тренируйте свое тело, укрепляйте мышцы и не забывайте их растягивать. И тогда вам будет легко делать любые танцевальные комбинации и самые сложные трюки. Ну а на сегодня все. Хорошего дня и удачных занятий.